Друзья, всех приветствую на канале Орхидейная страна. С вами Елизавета. И сегодня у нас будет обзор цветущих оранжевых орхидей. Все эти орхидеи находятся в коллекции Татьяны Васильевой. Она расскажет и покажет своих красавиц. Ссылочку на страничку ВКонтакте Татьяны будет под видео. Вы можете написать и задать ей, если у вас будут вопросы. За наше старание поставьте нам, пожалуйста, лайк. И приятного вам просмотра! Всем здравствуйте! Сегодня я не стала дожидаться утреннего солнышка. Как вы видите, погода сегодня дождливая. И у меня по козырьку капают капельки. А решила я сегодня добавить вам солнышко своими рыжими солнечными цветочками. Вот я вас приглашаю к моим рыжикам. Посмотрите, какие они яркие и придают нам солнечное настроение. Этот цветочек пришел ко мне как Nobi Pacific Sunset. Если сравнить с оригиналом, это абсолютно другой цветочек. Но он яркий. Он очень ароматно пахнет. У него трилип, он вырос, потому что, видите, три губы у него на одной веточке. А на другой веточке у него все-таки развился лепесточек. И получилось две губы и за щипом лепесточек пилоричный. Вот такой он вроде бы мутантик у меня. Но его очень люблю. Он очень ароматный, вкусно пахнет. И яркий солнечный придает мне настроение. Следующая орхидейка тоже ароматная. Это ее самое первое цветение. Посмотрите, она еще очень-очень маленькая. Зовут ее Meadowland Champ. Она вообще предполагается многоцветковая. В следующий раз, надеюсь, выдаст веточку подлиннее. Цветоносика. Будет у нее много цветочков, но тоже очень насыщенный аромат даже от одного цветочка. Ниже мы спускаемся. Орхидея Горизонт. Люблю ее безумно. Цветет меня уже второй раз с боковой почечки. А первый раз мне ее прислали из Санкт-Петербурга. Она пришла ко мне без потери, как бы все цветочки были на месте, бережно ее упаковали и мне ее доставили. Горизонт. Все время яркий, насыщенный цвет, цветочки большие, где-то сантиметров по 7,5. Следующая моя апельсинка цвета лосося, все знакомая, Ирен Добкин. Посмотрите, какая она большая. Ждала я ее долго, ее цветение. Видите, тоже один немножко мутированный цветочек. Как-то в этом году у меня многие цветочки любят прилипать к своему носику. Ну, ничего страшного. Мы с ними не первый год будем дружить, поэтому следующее цветение будет получше. Давайте рассмотрим, какой красивый тоже конопатый цветочек. И вот, наконец-то, у меня зацвел Маппет Валю от Микки Орхидс. Посмотрите, рыжеватости у него маловато. Он такой более бежевый, благородный цвет у него. Но он еще очень красив своими серебристыми листами. Посмотрите, какая у него листва. Серебристая. Такая прям с оттеночком. И он еще, ну, у меня не запах, но, говорят, очень должен быть ароматный. А вот еще один Маппет Валю. Смотрите внимательно для сравнения. Его я покупала на Авито у одной девушки. Но он похож на Маппет Валю от производителя Pop. Смотрите, какие яркие краски. И вот сейчас мы будем сравнивать. Посмотрите, ярко-желтая губа у него. Есть рыжеватые вот эти вот оттенки. Пахнет он с перчинкой, таким ароматом интересным. Есть у него аромат. Но листья, если сравнить одного Маппет Валю с другим Маппет Валю,
и maple value, я как бы так их так называют, у этого листва более плотная, нету у него такой серебристости, но цветы намного смотрятся ярче, чем у этого благородного, не менее красивого цветочка. Он бежевый, губа у него белая, с розоватым, с малиновым таким, даже это не малиновый, это фиолетовый оттенок. Вот, поэтому посмотрите, как два сорта могут кардинально отличаться друг от друга, но называться по-одинаковому. Айхсин Maple Value. Давайте еще раз посмотрим на мои цветочки. Тут у меня уже стоит полочка, поэтому на моем балконе. Про полочку я могу рассказать отдельно. Она у меня регулируемая. Видите, тут у меня резьба. На балконе у меня сегодня 16 градусов. Но это благодаря еще подогреву обогревателя. Вот поэтому сегодня мои рыжики приходили в гости к вам. Спасибо за обозрение, за внимание. Всего хорошего. Ждите новых репортажей.